Дочка, милая, погуляй немного с близняшками, а я поговорю с Барби. Хорошо, мамочка. Только если они начнут плакать, обязательно позови меня. Мамочка, а почему они могут плакать? Им может быть жарко или холодно, они могут проголодаться, могут захотеть пить, спать. В общем, не пытайся решить проблему сама, просто зови меня. Хорошо, мамочка. Вы такие счастливые, так и не скажешь, что вы можете плакать. Ой, а что же это? Что же делать? Не плачьте. Ой, вы же, наверное, хотите спать. Не помогает. А может, вы проголодались? Маленькие мои, голодненькие, покушайте, и вам сразу станет весело. Не хотите? Что же делать? Ой, наверное, вам жарко. Ну как? Вам уже лучше? Не жарко? Что здесь происходит? Дочь, почему близняшки раздеты? Мамочка, не сердись. Я хотела тебе помочь, чтобы не отвлекать тебя от беседы с Барби. Пожалуйста, больше никогда так не делай. Если я сказала позвать меня, значит, так и сделай. Ого, они так сильно обкакались. Да уж, и я думаю не один раз. Ну что ж, пошли домой, мыть им попки. Мамочка, можно я пойду погуляю? К сожалению, нет. Необходимо сходить в магазин. Мне очень нужна твоя помощь. Жалко. Мамочка, я придумала. Давай я погуляю с близняшками. А ты справишься? Конечно, я ведь уже большая. Только, пожалуйста, следи за близняшками. Ползают они очень быстро. Ну что, близняшки, поиграем во что-нибудь? Выбирайте, прятки или догонялки. Не хотите выбирать? Тогда я выберу. Будем играть, играть будем в прятки. Считайте до 10, только медленно. А я пошла прятаться. Как же только они меня ищут? Ой, а где же близняшки? Что я скажу маме? Близняшки, что вы делаете? Ой-ой-ой, немедленно перестаньте! Что здесь происходит? Упс, это мама. Мамочка, я все объясню. Меня не было всего 10 минут, а близняшки уже по уши. Кстати, в чем это они? Что? Какашки? Немыслимо! Дочка, я лишаю тебя карманных денег на 1 неделю. Нет, на 2 недели. Хорошо, мамочка. Я обещаю, что теперь всегда-всегда буду следить за близняшками.